Здорово всем, ребят. Короче, режем циковки в Нива поршня. Вот, сделали клапан, 29-й клапан. С другой стороны сделали подголовку, шестигранничек такой вот, поднарезали. Видно, да, вот так? Так, ну все, короче, сейчас устанавливаем головку с клапаном и будем нарезать. Сейчас покажу, как. Так, вот, ребят, у нас такая штука, это для восстановления было до смыкания пружин, это приблуда. Я через нее меряю расстояние от клапана до поршня. Угу. Сколько получается? 51? Да. Так, вот, 51 миллиметр, ну, там плюс-минус одна десятка. Так, все, 51, теперь режем потихоньку. Давай, Макс, что, бери. Потихонечку начинаем резать. Вручную, может, сперва, да, Макс? Крутануть. Фреза закусывается, чтобы потихоньку. Назад чуть я. Как бы это. В другую сторону крутани ее вообще. Там забурилась она. Во-во. И потихоньку теперь вперед потом. Не дави. Видишь, как зарезается сразу. Сейчас покажем все это дело, как выглядит. Ну да, я попробую, как она пошла. Ну, отлично режет. Все. Бери дрель теперь. Блин. Сейчас подниму эту шляпу. Ой. Не дави сильно, так жи-жи маленькими этими. Вот, и так режем просто, потихонечку, не торопясь. Хорош, хорош. Сейчас просто весь вот этот покажу момент. Да не снимай, пускай она там. Все. Теперь опять вот 51 было. Опять одеваем, я замерю сам. Упираем в клапан. Оп, смотрим. Сколько просверлили мы? Просверлили, стало 53,8. Просверлили 3, сколько? 2, ну, 3 миллиметра. Почти 54 стало. Вот, сейчас открутим, покажем, как получается там. А вообще не будем мы откручивать, потом конечный результат уже покажем тогда сейчас. Так, ну вот, все. Сань, вот там это, не орите. Так, ну вот у нас получилась циковочка. Сделали 6 миллиметров. Вот она. Видно, нет, я не знаю. Вот, 6 миллиметров сделали. Это, ребят, пластинки. Это я поршень выставил, чтобы он ровно стоял в цилиндре. Вот циковка. Все. Вот так вот все дело получается.